Ребята, всем привет! Ребята, всем привет и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня у нас с вами будет снова влог. И сейчас мы находимся на Бали. Мы здесь уже третий день. Начнем этот день! В большом отеле в районе Семияки. Район Семияк. Не буду я показывать вам рум-тур, потому что, в принципе, ну, это обычная квартира, квадратненькая, с кроватью, с кухней, с туалетом. Ничего более. Пока я не могу сказать про свои впечатления о Бали, потому что я привыкаю. Но в целом это очень похоже на Таиланд, и здесь комфортнее погодные условия. Сейчас мы отправляемся в путешествие в другой район к Костиным друзьям. И поедем мы на байке, да, здесь мы тоже сняли байк. Байк обошелся нам в месяц всего лишь 4500 рублей. И как мы прочитали, на самом деле можно было снять еще дешевле. Ну и после Таиланда это довольно-таки дешевая цена. Хотя байк у нас, ну, не такой красивенький, как был раньше. Но самое главное — это водитель, который водит этот байк. Также нам еще дали ужасные шлемы, поэтому мы купили себе новые, собственные. И у меня шлем с Hello Kitty. А у Кости модный с защитой. Ну, покажись. В общем, отправляемся в путь. Я не буду снимать дорогу, потому что здесь сумасшедшее движение. Встретимся с вами уже на месте. Но... Нет еще. Проехали полпути и решили остановиться, немножко передохнуть. Движение здесь надо привыкнуть. Мне кажется, к такому движению никогда не привыкнешь. Здесь, кажется, люди вообще не знают, что такое правило дорожного движения. И, ну, типа, в Таиланде то же самое. Ну, все друг другу уступают и едут как хотят, и никаких проблем нету. Здесь же психуют, если ты что-то делаешь не так, но сами, выезжая на встречную полосу, бибикают. Мол, чтобы ты уступил им дорогу, как ты едешь по встречной. И здесь вообще все бибикают без остановки. И это не просто такой, типа, бип, а какой-то прям на взрыве, что типа бип-бип-бип-бип. И просто все. Без... Они общаются посредством гудков. Что это за общение такое? Никакого общения. Типа они гудком могут сказать: спасибо, я еду, уступаю. Или иди в жопу. Чего летит с дороги какая-то пыль? Меня жутко высыпало в Таиланде. И сейчас я с этим борюсь. И я сделала вот так губы, а там что-то черное. В общем, мы поехали дальше. Вот это я уже очкую. Мы приехали на пляж Пантай Сулуван. И сейчас немного ветреная погода, поэтому здесь немного страшно находиться. И обезьяны дикие. И, в общем, если честно, такой вид здесь очень красивый, как... Ну и можно сказать, за целый день мы приехали перекусить первый раз. Сейчас я вам покажу, что за место и что вообще есть в меню, что вообще можно покушать.
день называется Ани Памс. Это вьетнамская кухня здесь подается. И здесь есть такой магазин прямо в ресторанчике, где продаются всякие интересные штукенцы. Zalo Hong hát cho em, lâu không hát cho ai chúng ta. Những thứ không ai nói ra, anh sợ quên. Nhận lời thơ anh viết cho em, viết cho những tháng ngày ham chơi. В итоге взяла я фо-бо, и скажу я вам, в Москве, в кафе под названием Бо, он намного вкуснее. Здесь он был супер нажористый и с сырым мясом. Но после того, как мы покушали, мы отправились в очень крутое место, где в основном тусуются серферы, и вообще этот пляж находится рядом с тем местом, которое просто обожают здесь серферы, и там действительно был невероятный закат. В общем, вы сейчас сами все увидите. Gần đây anh hát cho những đêm đông khó khăn. Em đến bên anh đắp chăn màu quên. Anh đã chán việc mua bình an mà bán thời gian việc tình ca. Chỉ tội là mong nhớ thêm. Đâu là lời ru mỗi đêm khi điều buồn nhất khi thất tình bất. Bình mất đi tất cả tình ca. Nhưng nếu mai sau mình có xa nhau, còn nhớ lấy phút giây em lại gần đây. Anh hát cho những đêm đông khó khăn. Em đến bên anh đắp chăn mà ngủ quên. Hát cho những đêm đông khó khăn. Em đến bên anh đắp chăn mà ngủ quên. Как вы уже поняли, мы приехали встречать рассвет в очень крутое место. Его название и локацию я прикреплю. Синдофин. Но я все равно его прикреплю к кадрам оттуда. И уже стемнело, мы поехали домой, и я совсем забыла, что все прелести этого байка в том, что на нем невозможно ехать сзади долго из-за того, что он имеет попа. И я здесь, мне кажется, вспоминаю вообще все матерные слова, которые я знаю, потому что меня удивляет, насколько люди вообще не знают правила дорожного движения, элементарные. То есть столько опасных ситуаций, которые могут закончиться чем-то плачевным, что вы просто себе представить не можете. Это не, как я говорила, это не зимовка, это выживание. Но делать нечего, и... Благо, мы аккуратно ездим, но в целом это очень все эмоционально. И если вы катаетесь на байках в Таиланде, ну так, по правилам, то я точно вам не советую брать байк на Бали. А если вы в Таиланде катаетесь по-тайски, то можете попробовать, но все равно это огромные риски. И сейчас мы заехали в... магазин, чтобы купить водички и какой-то мелочевки домой, и уже будем приближаться все ближе и ближе к дому. Ну вот мы уже приехали домой, наконец-таки живы и здоровы. День такой получился очень насыщенный день, мы много где побывали и очень много ездили на байке. Да, нужно хорошенько отдохнуть, но перед тем, как отдохнуть, я смонтирую этот влог. А, кстати, хотела вам сказать, чтобы вы подписывались на мой инстаграм, потому что я там начала выставлять очень много сториз. Со следующего влога все моменты вы можете посмотреть первыми в моих историях в инстаграме. И на этом этот влог заканчивается. Спасибо, что посмотрели его. Если он вам понравился, то ставьте большой палец вверх. Не забывайте также подписываться на инстаграм, как я уже сказала. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!